Соединение двух газопроводов «Танап» и «ТАП» на берегу реки Мирич на границе Турции и Греции стало важным шагом на пути реализации проекта Южного газового коридора. Об этом в интервью CBC заявил замглавы управления СУКАР по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов. По его словам, в целом все механические работы по проекту должны быть завершены в конце текущего – начале следующего года. Это является важным символическим событием. Речь идет здесь о физическом соединении трубопроводов, то есть они были спаяны и сейчас физически уже являются одним целым. В дальнейшем, то есть приблизительно в конце этого года, будет осуществлена также механическая стыковка этих трубопроводов, что позволит прогонять газ из одного трубопровода в другой, и вследствие этого в начале следующего года, где-то с января, значит, с начала января 2019 года, уже начнутся работы по налаживанию транспорта газа из одного трубопровода в другой, начнется процесс тестирования, и мы планируем, что в течение 2019 года основные работы по трубопроводу ТАНАП с целью поставок газа на европейский рынок будут завершены. Как отметил Ибрагим Ахмедов, 2018 год стал знаковым в реализации Южного газового коридора. Одним из сегментов этого мегапроекта стало начало строительства нового трубопровода ТАП. Работы по ТАП на сегодняшний день реализованы примерно на 82%. В начале 2020 года планируется завершить также работы по трубопроводу ТАП, что позволит поставлять азербайджанский газ на рынок балканских стран, а также на итальянский рынок, а оттуда также по итальянской газораспределительной сети на рынки других стран Европейского Союза. Отметим, что сварка труб ТАНАП и ТАП прошла под наблюдением представителей двух консорциумов. Общая протяженность ТАП составит 878 километров, ТАНАП – 1850 километров. Первоначальная пропускная способность трубопровода ТАНАП составит 16 миллиардов кубометров газа в год, из которых 6 миллиардов будут направлены в Турцию, остальное – в Европу. ТАНАП, который называют энергетическим шелковым путем, стал историческим шагом на пути превращения Турции в энергетический хаб. Фидан Агуи, Наиб Гаджи, CBC.